Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Дарт, и сегодня мы опять в игре Primal Carnage Extinction. Теперь посмотрим недавно вышедший survival мод, ну, скажем так, небольшое дополнение к игре. Что тут и как, я ничего не знаю, специально ничего не читал, чтобы было в новинку. Чтобы начать игру, насколько я знаю, нужно 5 игроков. К сожалению, пока только 2. Какие-то две волны я вижу. И значок доллара. Видимо, за убийство я буду получать деньги. Что-то напоминает дополнение. Я забыл, как писать. Такое же дополнение, как и к этому. Как же, Dino D-Day. Отлично, ребят, начинаем с первой волны. Потом где-нибудь на волне 10 вы уж не удивляйтесь, что как-то резко видео пошло, потому что я начал снимать с 10, а тут 1. Кстати, всем привет, с вами Дарт, все дела. Мы в игре Primal Carnage Extinction, это мод Survival, нам нужно выдерживать волны динозавров на каждой волне. Вот видите, число 28 и огонечек. Это значит, столько динозавров нас ждет в этом волне. Если мы их всех убьем... Все, мы, считайте, победили. По карте, значит, раскиданы аптечки. Аптечки раскиданы и патроны. Вот, допустим, вот здесь. Все, все поднял у меня. Все. Вот, все восполнил. Горите. Как видите, за убийство динозавров мне дают очки. На эти очки мы... Вот, пожалуйста. А, нет, мне пока не хватает. Но на эти очки мы будем себя прокачивать. Увеличивать здоровье, улучшать наше оружие и увеличивать скорость бега, чтобы вот, когда я нажимаю ускорение, чтобы динозавры от меня отставали и не смогли догнать. Где-то здесь я знаю, что еще есть вот патроны. Надо бы взять. Вот началась вторая волна, 35 уже динозавров, каждый раз их будет все больше, поэтому это все сложнее и сложнее. Так вот, я нашел. Ворвался, так сказать, ворвался. Если я в конце серии, допустим, с вами не попрощаюсь, вы уж особо не обижайтесь, потому что я буду снимать, так сказать, наплывом. То есть я сниму, может, часа два, как я бегаю. Потом это все просто буду совмещать, и поэтому, возможно, без концовочек таких особых получится. А кто? Хватит меня кусать, все сдохну. Один остался, где он? Лично здоровье успел. Где один-то? Это по-любому комсогнатик маленький бегает где-то. Ну чё, видите его, нет? Отлично. Волна закончена уже, вторая. Осталось еще немножко. Так, ну у меня что? Патроны только если восполнить. Да, ну и всего 100, так что 9 особо, не особо много. Так, нужно все вместе держаться. У нас 5 человек. Думаю, сможем дольше продержаться. Давай, камон! Выжжем тут все. В меня попали какой-то фигней. Так, у меня кончились патроны, хватит меня грызть. Так, тут ничего нет. Ч
Черт, эту дверь надо открыть. Я на это потрачусь. Ну уж ладно, чё. Стараюсь для всех. Так, третья волна остался. Один чубрик. Чубразоид. Так, тут есть второй этаж. Ой, отлично. Это здоровье, мне патронов. А здесь что? О! Я купил два топора, что ли, или как? Да. Я теперь, у меня есть метательные топорики. Сжигаем тут все и вся, всех и вся, всех и вся. Хватит меня плевать. А, здоровье вообще капец. Я ничего не вижу. А, ребята, дайте мне немножко здоровья. Быстрее, 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 быстрее. Они меня не заметили, они лохи. А нет, заметили. Вот только после того, как я их оскорбил. Вот что за люди? Ну что за животные, а? Давай, выжигай тут всех, все, всякую фигню. А как метать топорик? Он меня плюнул. Вот это наглость. Вот это наглость. Чё, он бежит со мной? Уйди. Ай-яй, как не стыдно. А как метать топор? Понятно, на F. Блин, тоже хочу себе здоровье улучшить. Никакого денег нет. А то мне надо. Да, капец, с деньгами пока что проблема. Un problema. Я чё, невидимый? Что за фигня? Кто это? Он невидимый. Мать его так. Это невидимое создание. А-а-а, мне страшно. Невидимый раптор, это жесть. Это ночной кошмар. Вот же, блин, они реально невидимые. Офигеть. Вот это жуть, вот это жуть, ребята. О, блин. Блин, патроны. Кто у меня забрал патроны? Ты меня не видишь? Ты слепой. Что за фигня? Я сказал, ты слепой. Отвали, тупой баран. А. Давай, покажись. Скоты, я их не вижу, офигеть. А. Вот это жесть, вот кто придумал, вот вообще красавчик просто. Вот это я понимаю, вот это экшончик сейчас был. Вот это бежишь, а, кто, а, помогите. Это вообще... Это... Ой-ой-ой. Нет, лучше здоровье. Да, здоровье важнее. Ну, чем улучшение оружия. А сейчас нужно будет купить на улучшение оружия. А, вон еще есть. Я же забыл. У нас же тут еще рядышком патрончики-то есть. Ну, наконец-то! Видимые враги. Выжигай их, выжигай.
Так. Держимся. Так, подождите. Вот это класс, вот это мне нравится, вот это игра. Еще компанию придумайте, игра будет просто супер. Почему они не горят? Осталось 3 врага, но думаю, с ними они справятся. Так, у меня денег не хватает. Фуф. Так, давайте быстренько опять за патронами сбегаем. Ну да, за пиромана, конечно, играть пока что мне нравится больше. Можно было бы еще броню тут прокачать как-нибудь. Ну, тут брони нет, есть только здоровье, которое у меня сейчас на максимуме. Да. Уже 7-я волна, ребята. Уже 7-я, мать её, война. О, война, говорю, волна. Ну, невидимо, это была жесть. Вот это честно, это респектуха просто. Горите в аду! А! Понятно, у меня патроны кончились. Кто-то умер. А, у меня патронов нет. Отлично. Ого, давайте прокачаемся. Отлично, теперь у нас улучшено оружие. Это круто. Так, к сожалению, денежек нет. Я хотел еще кое-что купить. Ну ладно. Теперь у нас будет синее пламя. Так, ребята, 7-я волна, уже 8-я сейчас будет волна. Это классно. Пока что мне все нравится. Enemies incoming. Beginning wave 8. Так, ну где? Опять невидимые? Нет, слава богу. Невидимые меня, конечно, до усрачки напугали, но... Это ж какой... Паразматик будет создавать невидимых рапторов. Это я не знаю. Лучше уж зомби создайте, чем это вот фигню. Отлично. Не отвлекаемся. Выжжем, выжигаем всех. Так, нужно больше патронов. Так, это я по адресу. Хорошо, что я здоровье прокачал. Офигеть, они чуть меня не сожрали. Засранцы вонючие, горите в аду.
Гори, 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 гори ясно, чтобы не погасло. Всех порубал, убийца! Где мои патроны? Тут есть что-нибудь? Нет, просто сквозной проход. Вот видите, уже 1000 накопил. Так, так, это что такое? Это гранаты? Отлично. Все, может 2 гранаты купить? Ну, 2 и купим. Так, где у нас здоровье еще? Нужно здоровье, молясь. Отлично, это я по адресу. Это я по адресу. Ребята, уже 9-я волна. Отлично. Конечно, пироман вообще суперский чувак. Чувачок просто. На, кидай. Так, это я... Гранаты больше не брать, надо запомнить. Это вот вообще фигня какая-то. Никак не помогают эти гранаты. Гори ты, ёпты. Не хочет еще гореть. Сколько еще? 26 еще, офигеть. Отлично, порубали его. Ну что, жрать меня хотел? Убейте его, он один остался. Ты что, его убить не можешь? Мы что, вдвоем остались? Да уж. Ну так дайте мне здоровье-то. Чувак! Ладно. Я пока сбегаю, еще себе прокачаю. Скорость бега. Так вот. Босс Вейв. Альфа Новый Раптор. По размеру он по сути такой же, только... Только-только он с перышками и у него на ноге... Это, как сказать... Кто здесь открыл дверь? Зачем? На ноге у него какой-то... На ножник... Ну, он, короче, в трейлере Генезис, он, короче, сбежал. Один из сбежавших динозавров выпустил Т-рекса, все дела там, знаете. Ну, кто трейлер видел, тот поймет. Ага, хрен вам. I'm alive, I'm alive. Он убежал, да? Ну, смотрите, мы ему половину хп уже снесли почти. Эти тут бегают, идиоты. Ага, хрен вам! Сожрать меня хотели, психи. Психи. Вали, вали.
Ну да, ну чё ты всё забрал, жадина? Жадина, говядина. Так, тут никого нет, чё это я пилу-то включил? Почему они не горят? Почему не горишь ты? Гори! А, нужно... Понятно. Нужно как-то в бок огонь запускать как-то, чтобы... Вот так вот. О, все понятно. Нужно, чтобы они под пламя попали, а я чисто на них направляю. Ну, ладно, будем знать. Так, где альфа-новораптор? А вот он! Иди сюда, ты, жук! Почему он хочет меня именно сожрать? Вали, вали. Мы таким тут не радуем. Так. Убегаем, убегаем. Это кто такой? Это наглецо, это наглецо. Это наглетура-то, ты посмотри на них. Почему ты опять меня? Давай, иди, я тебе покажу. Куда ты побежал-то? Ну куда? Так, снова раптор. У него совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть хпшки. А мне срочно нужны патроны. О, спасибо. Вот он. Давайте глянем на него. Реально? С перышками такой. Точнее, остеоциты. Это кератиновые отростки на теле. Но это не перья. Ладно, убивайте этих засранцев сами, я пошел. А почему ты не горишь? Гори! Отлично, мы убили его. Мы его убили. У меня уже пальчик болит. Фу, капец. Так, давай я сейчас тут свет включу. Ну, офигеть, конечно. Прикольно играть. Очень нравится. Так, еще вот эта система прокачки небольшой такой. Тоже прикольно. 83, офигеть. Горите! Я приказываю вам гореть. Спасибо. Так, мне нужны патроны. Хрен вам нарыло. Лошара. Вы все лохи. На, получай. Так, мне срочно нужны патроны и
И что-то еще. Отлично. Уничтожаем. Офигеть, помогите. Чё, не можете догнать, да? Ой. В стенку втемяшился, ай-яй-яй. Порубали. Я чё, один остался, что ли? Походу, да. Я один оставался. Офигеть. Может, какие проходики тут пооткрывать? У меня денег-то все равно имеется пока. Хм. Вот здесь как... А, там сбоку заходить. Ну, ладно. Так, я хочу знать. Так, здесь опять патроны. Понятно, ограниченная карта. Отлично. Открыли проходик. Давай, мочи их всех. Класс, у меня здоровье на минимуме. Эй-эй. Фу, слава богу. Фу-фу-фу. Хрен вам, а не убить меня. Быстрей. Эй-эй. Да уйди. Горите в аду, твари. А, я опять один остался. Да вы гоните. Блин. Ну я один-то не продержусь, знаете ли. Да, к сожалению, проиграли. Ну ничего страшного, я попробую еще раз. Надо же все равно, чтобы получилось. Это с вами еще раз Дарт. И это был Акарконтозавр. То есть они взяли и поменяли босса. До этого здесь был Альфа Нова Раптор, но теперь здесь Акарконтозавр и никого не колышет. Никого не колышет. Что происходит? Поэтому я решил повторно записать.
Он давит своих, он тупо... О, жесть, он меня убил. Офигеть. Он меня тупо растоптал. Ну, зато мы посмотрели, как выглядит... Да ладно, вы чё все сдохли? Посмотрели, как выглядит Агрокантоза. Да убей ты этого дилофазавра. Идиот. Ты идиот. Круто, чё?